Ну а послушать музыкантов, исполнителей или, если вы любите спорт, посетить футбольный матч, можно в грядущие выходные. Афишу двух предстоящих дней представит Дарья Мешкова. Даша, привет! Летний сезон в самом разгаре. Какие мероприятия нас ждут в эти выходные? Привет, Таня! Предстоящие выходные уж точно будет чем заняться. Сейчас все сами узнаете. Библиотека города Видное все лето работают развивающие клубы и кружки. Так, для маленьких жителей Ленинского района в субботу в библиотеке поселка Новодрожино будет проходить художественный кружок «Разноцветные ладошки». Начало в 12:00. А в детской библиотеке номер 2 города Видное состоится кружок «Великанчик» и «Маленький художник». В этот же день еще в одной библиотеке в деревне Мильково в своей литературной гостиной вас будет ждать тетушка-совушка. Приходите, будет интересно. А вот в горках Ленинских снова раздаются звуки музыки. Любители искусства ждут 24 июня в 14:00 в беседке музея-усадьбы «Горки». Там состоится встреча «Песни на все времена» для народного вокала и гитары. Вход свободный. Также в этот же день в 18:00 приглашаем всех болельщиков и ценителей настоящего футбола во дворец спорта «Видное» на турнир первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона. Футбольный клуб «Видное», футбольный клуб «Звезда» города Серпухов. Воскресенье будет не менее насыщенным. Театральные сезоны в горках Ленинских продолжаются. И 25 июня в 12:00 Содружество профессиональных актеров театра и кино «Экипаж» представляет спектакль по мотивам знаменитой повести Валентина Катаева «Сын полка». Мы, к счастью, не знаем ужасов войны, но чтобы стать настоящим гражданином своей страны, современному человеку необходимо знать и прочувствовать всем сердцем, через что прошли наши деды и прадеды, а также дети, чье детство опалила война. Советуем к просмотру. Вспомнить былые годы можно будет 25 июня. Музыкальный салон районного историко-культурного центра приглашает на ретро-встречу памяти певицы Лидии Климент. Когда вам было 20 лет? Начало мероприятия в 14:00. В этот же день, но уже в 18:00, начало самого долгожданного праздника среди молодежи. В поселке Горки Ленинские на Аллее Победы состоится День молодежи. В программе планируется мастер-класс по граффити, спортивные турниры, фестиваль красок «Холли», казачий жим, интерактивные программы для детей, шоу талантов «Мы молоды» и, конечно же, праздничная дискотека. Ждем всех жителей Ленинского района. О том, что будет на городском праздновании Дня молодежи, вы узнаете через неделю в следующем выпуске «Афиши». Таня, вот и все. А я уже с нетерпением жду воскресенья, чтобы на славу повеселиться на фестивале красок «Холли». Спасибо, Даша. Мне ближе спорт, поэтому я на футбол.